Здорово, двуруки! С вами однорукий Борис. И это неожиданно для моего канала и для меня самого. Гонки. Игра под названием Flatout 2. Вот, как видите, я здесь уже создал профиль под названием Одна рука. Вот, на самом деле гонку я эту начал неспроста. Вот, дело в том, что я играл в мафию, в первую, и дошел до гонки. И эта гонка мне показалась очень сложнецкой. Настолько сложнецкой, что я понял, что мне нужно набить руку в гонках. Собственно, вот, скачал Flatout 2, и почему бы не попробовать набить руку в гонках именно на ней. На самом деле, эту игру я посмотрел у одного стримера. Вот. Смотреть мне очень понравилось на эту гоночку, и мне захотелось попробовать поиграть самому. И на самом деле я в нее играю первый раз. Вот, давайте начнем. Как раз при вас я посмотрю, что тут есть. Да, выберем одного игрока. И что у нас тут есть? Карьера. Станьте участником большой гонки и начните свою карьеру. Вы будете получать деньги за победы в соревнованиях и за повреждения машин противника, покупать новые машины и заниматься их доводкой. Интересно. Одиночная гонка, гонка с противником на выбранной вами трассе. Одиночный трюк. Примите участие в прыжках на трамплине, огненных кольцах, блинчиках и других состязаниях. Что за блинчики? Интересно. Одиночный заезд. Примите участие в дерби или в гонках на особых трассах. Вот это интересно. Одиночный дерби. Примите участие в дерби. Зарабатывать очки за столкновение, уничтожение чужих машин, умение оставаться в живых. Вот это тоже прикольно. Это на самом деле видел. Там такая небольшая карта появляется, и там нужно как... Ну, как почти как в Кармагеддоне всех таранить туда-сюда. Можно будет потом попробовать, если получится. Вот. Я бы, знаете, попробовал бы одиночный заезд. Так, здесь у нас трассы. Так, первая трасса. Гоночный трек в виде длинной и широкой восьмерки расположен в пустыне и окружен дюнами. Давайте, знаете, как сделаю? Я попробую. Тут на всех картах нужно сделать всего 4 круга. Давайте я сделаю, точнее, погоняю на 3 картах. Вот на первых 3. Вот, и начну вот как раз с восьмерки. Так, здесь нам предлагают выбрать машину. Дерби, класс дерби. Гоночный класс. Смотрите, тут, как я понял, у вот этих вот пикапов управляемость больше. Закись азота. У кого-то закиси азота больше. Вот у этой закиси азота больше. У кого-то разгона больше. Ну-ка, 2,8 закиси азота. Слушайте, мне... приглянулись пикапы, потому что они, блин, такие массивные, и у них больше управляемости. Тут их 3, и давайте я как раз попробую погонять на вот этих вот 3 пикапов. То есть в этом видео у меня будет 3 трассы и
На каждую трассу будет свой пикап. Как-то так. И давайте я выберу класс Дерби. Ромер. Машинка называется. Так, Enter, начать гонку. А как тут, интересно, закисью азота? Так, пользоваться. Так, разгоняемся. Разгоняться, я понял, как. Так, ну-ка. О, я последний. Ну-ка. Так, тихо, тихо, тихо. О, все, я понял, как закись азота делать. Ясно, сейчас погнали. Так, я уже машину себе помял. Так, ну-ка. Тут я видел, прям мясо уже пошло. Так. Ага, понял. Я теперь понял, как тут возвращаться на трассу. Это буковка R. Так, и я последний. Нужно проехать 4 круга, и... Я последний. Ух, там колеса летят. Надо еще кого-то догнал, ну-ка. Бах. Так, 7-е место себе занял. Ух ты, я на 6-м месте. Класс. Класс, ребята. Так, 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 так. Тут еще как-то нужно вписываться в повороты. Вообще, закись азота очень хорошо использовать, когда по прямой едешь. Бах! Так. Хотя закись азота, смотрите, можно и на поворотах. По крайней мере, с ним, с этим, с этой закисью азота, я нормально так вписываюсь в повороты. Ах ты гад, обогнал меня. Кстати, я уже четвертый. Ну, так, ничего себе. Будем тут шалить. Что-то у меня скорость как-то упала, на самом деле. Будем всех догонять сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой, как меня. Как меня. Как меня. Вообще понесло. И, ребята, я последний. Хотя победа была так близка, я даже вырвался на 3-е место. Ну и вот он, финиш. Я пришел 8-м. Ну, собственно, вы сами поняли, как я играю в гонки. Конечно, я мог бы лучше пройти эту трассу, но на самом деле эти гонки у меня ознакомительные. То есть мне даже не важно, что я прихожу последним. Вот. И на самом деле первая гонка получилась какой-то скомканной. Дело в том, что я немножко волнуюсь, потому что все-таки гонки это для меня не то чтобы новый жанр игры. Я в гонки все-таки чуть-чуть играл, но проходил их очень мало. За всю жизнь я прошел на самом деле только одну гонку, это Кармагеддон. И помимо Кармагеддона я играл только еще в 2 гонки. Но я уже не помню, как они назывались. Вот. И эта игра Flatout, она первая. Я пока тут соображал, что да как. Так. Тут у нас что? Тут у нас лучшие пилоты, лучший разрушитель и мастер по взрывам — это я. Лучший круг и бульдозер — другие люди у нас. Ну, хоть в чем-то я лучший. Так, давайте я попробую еще раз пройти эту трассу. Вот. То есть, по крайней мере, важные для меня кнопочки я нашел. То есть, это закись азота и буковка R. Это когда я, допустим, перевернулся, нужно срочно вернуться на трассу. Нужно нажимать на кнопочку R.
Так, давайте еще раз. Так. Погнали. Так, вот, закись азота у меня пошла. И тут мне что нравится, это то, что можно прям дебоширить, таранить машины, разломать свою. Так. И тут даже, знаете, как-то не очень-то и обидно приезжать последним. Потому что самогонка по себе очень драйвовая, и вот смотрите, вот классно, да? Ух. Слушайте, эта гонка мне нравится еще больше. В нее вот играть намного круче, чем смотреть ее. Это прям... Это прям вообще драйвово-драйвово. И машина, смотрите, прям вся помятая у меня. Я даже не обратил внимания, как я ее разломал. Так, и... Как-то у меня получилось так, что я... Блин, вот этого гада надо с трассы... Он меня обогнает. Обгоняет. Так. Так. Так, быстренько. Я пока четвертый. Это для меня это очень хорошо. Так, ну-ка. Ох, полетели. Буковка R сразу. Иди ты с трассы с моей. Так, финиш. Ну, приехал пятым. Это уже лучше. Намного лучше, чем в прошлый раз. С восьмого места перешел на пятое. Это неплохо. Но зато я не среди лучших пилотов. Ну и ладно. Так, в одну трассу мы погоняли. Давайте теперь... вот эту выберем. Эта трасса, находящаяся в лесистых горах, состоит из трех закольцованных овалов и бетонного моста. Интересно. Так, давайте выберем теперь вот этот пикап. Он, кстати, очень подходит к карте. То есть, если мы гоняли вот на этом пикапе, он, знаете, как-то вписывался в данную карту, точнее, в предыдущую. А вот эта вот эта машинка, она будет как раз вписываться в городской. Хотя нет, это же не городской, это лесистая. Ну-ка. Ну ладно, что-то я на самом деле заговорился. Сейчас посмотрим, точнее, что да как здесь. Ну-ка. Так, я на самом деле пятый. Ох, какая же там движуха пошла. Ну-ка. У меня дверь открытая. Водителю там не дует? Нет? Ой-ой-ой, жестко как навернулся. Так, попробуй теперь вот здесь... Нифига себе, получил по жопе. На, это ты меня по жопе дал, да? Сейчас я его... Ну, хоть я его обогнал. Ненадолго, но обогнал. Слушайте, блин, какая карта интересная. Она немножко сложная такая, да? То есть немножко под мост заедешь и застрянешь. Ну, там был такой момент, когда
можно было попасть в такой проемчик. Так, колеса я не заметил эти. Слушайте, вот у этой машины нитро... Вот, вот этот момент я... Или нет? Неважно. Что я хотел сказать-то? У этой машины нитро, по-моему, быстрее накапливается, да? Или мне так кажется? Так, пока что я на уверенном... Был на уверенном седьмом месте. Сейчас, кстати, на седьмом идет борьба за седьмое место, седьмое, восьмое. Я уже на шестом, ребята, это хорошо. Опять на седьмом. Ладно, не буду отвлекаться на вот эти вот места, потому что отвлекаюсь на места, и от этого мне только хуже. Бах! По жопе. О, я его обогнал как. Так, и пока там я всех растолкал, я поеду лучше вперед. Обогнать меня всегда успеют. Ух ты, финиш! Ребята, я четвертый. Бах, по жопе получил за то, что я... Ух, ничего себе. Блин, ну вы видите, что тут происходит? Класс. Эту гонку я начал любить. Начал любить, в общем. Смотрите, в этот раз я бульдозер. Интересно, что значит бульдозер? Это, видимо, я просто тараню все вещи, которые валяются, да? Интересно. Так, давайте... Давайте я еще раз погоняю на этой карте. Просто хочу распробовать машину. Я ее не распробовал с одного раза, с первого. Опа, меня немножко столкнули. Так, я пока что в конце. Блин, вы слышали этот звук столкновения? Блин, мне такое ощущение, что я одним этим столкновением должен был просто нафиг убить машину. Что ты такой там? Захотел обогнать меня, да? Бах! Вау! Вырвался, ничего себе как! Так, ну-ка... Блин, эти столкновения, они на самом деле тормозят же, да? Так, капот отвалился, отлично. Ну, точнее, ничего хорошего в этом нет, что у меня машина разваливается на глазах. Но, по крайней мере, ничего не загораживает передний план. Так, погнали. Так, а почему я медленно еду так, а? Меня вон уже... Ой-ой-ой, как меня обгоняют. Меня, кстати, двое обогнали, я уже... Бах. Фига себе столкновение. Так, у меня, кстати, азот накопился. Пора бы его... потребить. Не внутрь, конечно. Так, ну-ка. Ах ты гад красный, а? Сейчас я тебя...
Вах! Как меня по жопе задели, а? Слушайте, азартная игра. Вау! Фига себе! Пируэты кручу. Кстати, не... На самом деле неплохая гонка, несмотря на то, что я восьмым пришел. Ой, на этой трассе я был вторым. Да. Ну, как видите, не удержал позицию. Вот, но зато драйвово. Драйвово, прикольно. Лады. Давайте перейдем теперь к последней трассе на сегодня. Точнее, на момент этого видео. Четыре крутые впадины, соединенные двумя прямыми дорогами. Трасса находится посреди бесплодной пустыни. Вторая трасса в пустыне. И давайте я выберу третий пикап, вот этот. Выглядит стильненько. Посмотрим, как он себя ведет. Ух ты, ничего себе, посмотрите. Трасса-то какая. В нижнем левом углу. О, интересно. Да, интересно, как эта машина будет себя вести на этой трассе. И как я сам буду себя вести на ней. Ух ты. Ну-ка. Погнали. Вот. Эх, думал зацепить. Ух ты, тут какая стена, по которой кататься можно. Класс. Так, разгоняемся. Опанцы. Вот на самом деле коварная трасса, потому что можно вот сюда вот вылететь. Ох, меня, блин. Да, слушайте, ребят, трасса такая немножко непривычная. Так, ну-ка, может быть я... Эх, жалко. Жалко, я не смог там ни с кем столкнуться. Так бы... так бы протаранил бы того и затормозил бы не только себя, но и тех, кто... Бах! Ух, как там его закрутило на карте... Я надеюсь, что я затор сделал там. Ну или хотя бы подпортил. Так, отлично, это тот, кого я закрутил. Надеюсь, он мне не отомстит. Так, разгон. Ух ты! Так, я уже на шестом, это хорошо. Так. Так, мне бы... Ой-ой-ой! Чуть не... Так. Мне бы вообще вписываться вообще в эти повороты, на самом деле. Тихо. Так, я уже... Блин, меня тут обгоняют по всем фронтам. Ну-ка. Бах! Ничего себе! Меня обогнали, ребят! Я тут опять на восьмом месте! Да, слушайте, трасса такая... сложная оказалась.
Да, вряд ли я уже приду седьмым. Финиш. Но зато посмотрел карту. Да, давайте второй раз я погоняю на этой карте. Повторим гоночку. Погнали. Так, ну-ка. Сгон. Эх. Кстати, вот машина, которую я чуть не догнал сейчас, первая, которая... Это, по-моему, такая же машина, как у меня. Бах! Растолкал всех. Так. Нитро, давай. Давай, давай. Вот вписываюсь всегда в эти стены. Так, ну-ка. Хорошо. Тут главное стараться сильно так не вписываться, потому что это же будет тормозить меня очень сильно. Вот. Так. Ускоряшки. Ух ты, ё-моё, я ж думал, я сейчас уверенный третий. Но меня там чуть четвертым не сделали. Но я, наверное, думаю, что третьим я не буду. И погнали. Ох-ох-ох-ох-ох. Вот почему я... И говорил, почему я не буду третьим. Потому что вписываюсь. Тихо. Бах. Обогнать меня решил, да? Вот разворачивайся теперь. Сзади там. Ох-ох-ох. Так. Осторожнее вписываться надо. Мне. Тихо-тихо-тихо. Финиш? Офигеть, я пришел третьим. О, класс, класс, я третий. Ух, немножко понервничал, конечно. Так, собственно, вот. Вот так вот я погонял на гонках. Ну и смотрю, что я в конце начал достигать каких-то результатов. По крайней мере, начал вдуплять, что тут да как. По крайней мере, понял, что не нужно обращать внимание на то, на каком месте я еду, потому что это отвлекает. Вот. Посмотрел на три пикапа. Пока не разобрался, какой пикап из этих лучше. Но понял, что пикапы здесь, они более управляемые. И, на мой взгляд, это лучше, чем скорость, чем ускорение. По крайней мере, чем лучше управляемость, тем больше шансов вписаться в поворот. А чем больше вписаться в поворот, тем меньше шансов вмазаться куда. Вот как вот та машина, которая впереди меня едет. Тут главное вписываться. Вот, будешь вписываться, будешь сохранять позицию.
По крайней мере, вот такая вот у меня логика. Возможно, здесь есть другие карты, в которых управляемость не так важна, а важна скорость и ускорение. Посмотрим. И еще, если вам понравилось, как я играю в гонки, если вам понравилась сама эта игра, вот, понравилось, как меня тут долбят, как машины ломаются, и вы хотите, чтобы я проходил эту игру, напишите в этом, об этом, точнее, в комментариях, ставьте лайки. Вот, если кто играл, посоветуйте тут что-нибудь, как мне лучше вообще гонять, и стоит ли мне вообще проходить игру, но я решил, по крайней мере, за кадром погонять еще в эту гоночку, потому что цель у меня такая, что цель у меня набить руку и вернуться в игру «Мафия» и пройти гонку там. Вот, и, собственно, вот. Таким образом, я решил убить двух зайцев, показать вам, как я гоняю вообще в гонке. Вот. Собственно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мою группу ВКонтакте. Там, я надеюсь, вам будет интересно. Вот. Спасибо за просмотр. Всем пока. Мое солнце горит на стыке ветров, границы семи холмов. Мое небо дождем опрокинули в ночь тени пяти углов. Сколько троп и дорог для меня заплелись в одну. Я иду по своей земле к небу, которым живу. Снова в ночь летят дороги, день просвет менять. Кому я, а мне досталась трасса Е-95. Я дома, пока я гость. Только там, где Нева становится морем, я вижу Крымский мост. Полдень свой звон колоколен, будто бы в двух шагах. Гром Петропавловской пушки я слышу на покровах. Снова в ночь летят дороги, день просвет менять. Кому-то, а мне досталась трасса Е-95. Ладит до звезд мосты. Я уверен, что когда-нибудь я стану лучом звезды. Ну а пока там, где вечер туман ставит на дальний свет, я лечу по своей земле дорогой, которой нет. Снова в ночь летят дороги, день просвет менять. Там я, а мне рассталась трасса Е-95.